Ты бомбить будешь? Ну да. Они никак не могут сесть. Но... Один выкатился там за поле. Но живой взлетел. Блять, попал. Блять, лопять его. Слушай, ты мой танк целился. А, тут видишь, тут они другую тактику выбрали. Защиты. Ух, ебать, из такого крутого пике вышел. Но сбил все-таки, черта пока. Вот Ил-2, он хороший планер такой. Он стрёмно летает, но он планирует. Что там не было? Нет, страшно нет, нет. Полететь. Бомбиться я отбомблюсь, наверное. При любом раскладе. О, я ракетой сбил самолет. Все, захожу на аэродром. А нет, я вон ту хешку сейчас на аэродроме собью бомбами. А нет, вот все. Я чувака тоже. Я чувака задел тоже. Он там слишком быстро подлетел туда, короче. И я этого сбил. А его взрывом зацепило. Крыло оторвалось от земли. Печально. Хотел бомбами задолбить, там еще один сидел. Никак не вырулил. Ну что, на аэродроме никого нет техники. А, вот один танк. Вот этот танк бы сбить, я попробую сесть. Захожу на этот ебучий танк. Ты еще кого-то видишь? Да, он там на полосе сидел, пидор какой-то первый. Да, вот я его вспомнить хотел. Из-за этого крыло оторвал. А, суки. Били мне. Я потихоньку набираю высоту.
сейчас внезапно спикирую и сяду. Только не расшибись от внезапности. Это я могу. Внезапно для самого себя. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Так, на нашего чувака заходит, захожу на него, на Як-9. Все. Шасси выпущено, закройте на посадку. Ох, сейчас миско-то будет и миско. Ты проверишь, натирай ствол. Бросовую скорость. Вот он БР садится. БР сбили. Макс на меня заходит. Як? Я не знаю как. У меня много кто заходит. Изрешетили нахуй всего. Ты сел? Колеса не достают до земли. Достали. Нейтралю. Занейтралил, захватываю. Хватил. Молодец. Это решето. Реально он уничтожит очень быстро. Я до сих пор живой. Я даже в воздух поднимаюсь по этих тоннах. Да, это было зря. Все. Враги, наверное, охуевают. Как так можно, блядь? Там Петровича отрывались просто. А, вот почему до сих пор в этом, в Аляске, эти пуфы уебаны летают. Потому что все военные самолеты, они такие же лучшие. Да, все выиграли. Отлично. Я это записал. В смысле записал? Ты видео записал? Да.